искусство французского кино подразумевает автомобиль, разговор на солнце, сломанную, как печенье, судьбу, встречу мужчины с неевой женщиной, а потом с женщиной, которая курит натощак. Должно быть еще много моментов, от которых таблетка против головной боли может раствориться прямо в воздухе. А в финале, когда у всех появляется какой-то шанс, посылают мальчика за вином, а он все тратит на конфетти.